Жизнь Игоря Талькова полна мистики и загадочных явлений. Однажды, гуляя ночью около разрушенной церкви, Тальков нашел крест, сбитый с купола много лет назад. Певец тащил его на себе до дома 2 километра и сказал: «Это мой крест». С тех пор распятие стало символом семьи. Это мистическое событие сильно изменило Игоря. После первого выступления Игорю приснился страшный сон, который повторялся почти каждую ночь. Черная старуха приходила к певцу и пыталась его задушить. Тальков предчувствовал скорую смерть и даже знал, как это случится. Незадолго до трагедии группа Талькова летела на гастроли. При посадке у самолета заклинило шасси. Игорь успокаивал пассажиров: «Не бойтесь, вы летите со мной, а я в авиакатастрофе не погибну. Меня убьют при большом стечении народа и убийцу не найдут». 6 октября 1991 года певец был застрелен во время концерта в Санкт-Петербурге. Преступление до сих пор не раскрыто.